Всем привет, с вами Карбончик, мной найден был еще один аванпост в игре Far Cry 3. Конечно же, не могу оставить его без внимания. Так, это внимание мы ему уделим, обещанное. Так, ага, мы перепрыгнули через реку, а следовательно, здесь уже не желтые противники, а противники в красном. Так, ага, здесь у нас клетка есть, потому что я слышал зверька, значит, они держат какого-то зверька в клетке. Нужно его выпустить, чтобы он нам помог. Черт, псина, блин. Псина очень жестко мешает, я их ненавижу. Так, ну, ага. Отлично. Тигрик выполнил свою часть сделки. Сначала сожрет собак хреновых, которые мне мешают. В общем, сделаю все, что необходимо. Всех жрет, так. Эти как-то вообще. Охренеть! Это тигр! Охренеть, ты что, правда что ли? Серьезно, тигр! Офигеть, бывает же такое, а? Все-таки вы наблюдательные, ребята. Давай. Тигр вообще красавчик, отвечает. Красавчик. Если мне весь аванпост возьмет, я не знаю. Я его убивать даже не буду. Вот эти тигр. Ай! Мы так не договаривались! Предатель. Кидала, а? Вот кидала. Кинул меня, падла. Что тут последний, что ли, остался, а? Я тебя оставил без внимания, да? Ты можешь обидеться. Тигр всех опять сожрала, красава. Вот уважаю таких животных. Братюня. Он еще и дал мне выполнить это по стелсу. Тигр красавчик, спасибо тебе, братюнька. Задание выполнено. Так что подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.